Главнее всего погода в доме. Все, что кроме, можно вспоминать и радоваться всю жизнь. Семья Шуровых отметила 63-летие совместной жизни. Как пронести через года доверие, любовь и преданность. Теплоту семейного очага ощутила и узнала секреты создания крепкой семьи Майя Хамдохова. В семье Шуровых радостное событие. 63 года вместе рука об руку. Супружеская пара Юрий Абдуллахович и Лиля Айсовна принимают поздравления от самых дорогих и близких им людей. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности к пожеланиям присоединились почетные гости. Представители администрации Хабетского района, сельского поселения, управления ЗАГС Карачаева-Черкесии, представители общественного движения Адыга-Хаса. В районе вы известная семья. Вас знают, уважают, почитают, зависит от путь из жизненный, который вы проделали. Я хочу вас поздравить, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, процветания, чтобы вы увидели счастье ваших правнуков. Я вас поздравляю. Юрий Абдуллахович и Лиля Айсовна уверены, что, несмотря на тяжелые времена, им удалось пронести через года преданность и верность друг другу. Они достойно воспитали и вырастили 4 детей. Сегодня их окружают 9 внуков и 19 правнуков. Слова благодарности и трогательные поздравления в этот день в адрес горячо любимых дедушки и бабушки прозвучали от внучек из далекого Урала. Мы, ваши внуки и внучки, горды тем, что перед нами есть пример такой благородной и уважаемой пары. Мы вам желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы вас очень любим и каждый раз ждем с нетерпением встречи с вами. От имени главы республики Рашида Тимрезова и главы администрации Хабетского района семье Шоровых вручили удостоверение со знаком отличия «Образцовая семья Карачаево-Черкесской республики». Из рассказов Юрия Шорова на пороге их детства стояла Великая Отечественная война. Они дети, повзрослевшие очень рано. И несмотря на тяжелое детство, мы смогли преодолеть все преграды. И секрет нашей крепкой дружной семьи очень прост. Любите и уважайте друг друга, несмотря ни на что. Обратился к молодым семьям глава семьи. Я им желаю всего хорошего, чтобы на небе был мир и счастье. И если не секрет, как вы познакомились? Ну, здесь такого секрета у нас ничего нет. По соседству жили, познакомились и поженились. Благодаря нашей матери. Ну, у меня мать была, отец не было, мать говорит, вот соседка хорошая, забери замуж. Я забрал ее. Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен сделать 3 вещи – построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И в день семьи, любви и верности образцовая семья Шоровых подтвердила свой статус крепкой дружной семьи не только грамотами, но и большим жизненным опытом. Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабетский район.